То есть первый год был 5 гектар. Не получилось, все спалили. На следующий год на второй, продолжили? На следующий год взяли 48 гектар. Угу. Тоже ничего не получилось. Опять мы посеяли люцерну. Тот год тоже ничего не получилось. Ну потом, соответственно... Друзья отпадали или вот да, отпали, все отпали. Все отпали. Все отпали. То есть ты один уже работал? Да, я уже один работал. Вот с одним другом мы остались. Угу. Вот мы с ним работали. Ну, до определенного времени, потом каждый своим путем пошел. Вот работали и потихонечку набирали земли. И на сегодняшний день объемы большие уже. Ну, этот трактор просто рука не поднимается ее продать. Понятно. История? История, да. Конечно, старая техника, это уже прошлый век, скажем так. Ну, реально, вот на эту технику все 80% нашего времени уходили на ремонт.